Так, что мы сделали? Положили сетку. Сейчас еще вот здесь доложим кусочек. Это от крота. Крот задолбал. Потом положим пленку. Так, мы уже вот все оформили. Дверь тоже. Так, показываю. Вот это навоз. То есть лежит сетка от кротов железная. Потом пленка в два слоя. Это два слоя. Ну, чтобы такая была довольно жесткая. Стоит 20 рублей метр. Взяла 15 метров. Мне должно хватить. Это все навоз. То есть пленку прищепили вот здесь вот. Согнули. Толстым слоем кладем навоз, чтобы сделать, ну, как бы теплую грядку. Она сама по себе из-под земли будет греть. Плюс вода не будет уходить, надо будет реже поливать. Мы это уже делали в том году. Вот на этой грядке помидоры были, ну, отменные. В том смысле, что нехилые, жирные, толстые. И помидоры были. Правда, малек жировали. За счет того, что всего им хватало и воды, и земля была такая хорошая. Поэтому решили в этом году сделать то же самое, но уже на всех трех. Потому что это, конечно, здорово, когда не надо поливать часто. Влага никуда не девается, все внутри. Поэтому реже, меньше воды за счет пленки, за счет того, что это никуда не уходит, землю не просачивается. Так как у нас полив здесь жук стоит, то регулировать не составляет труда. То есть очень удобно. Навоза хватит, я думаю, здесь не на один год, на несколько лет. То есть подушка тут хорошая. Наш тык лопаты, наверное, там. Так что вот так вот у нас будет выглядеть теплица теперь. Ну, навозные работы закончены. Подушку сделали. Теперь надо будет разобраться с землей. Можно будет высаживать. На этом будет закончена вся работа. Ну, конечно, это и выше стало, и подвязывать теперь будет удобней. Совсем другое дело. Пошел дождь, но, в общем-то, это не мешает, потому что я в теплице сухо, хорошо, тепло. Даже куртку сняла, кофту. В принципе, все, я готова для того, чтобы посадить. Я уже даже привезла первую партию. Только сейчас дождь идет, неохота выходить. Сейчас делаю луночки. И вот на эту грядочку, на среднюю, здесь очень хорошая земля. Здесь они жировали в том году. В этом году должно быть все в порядке. Подкармливать ничего не буду, потому что очень жировали. Помидоры вот именно вот здесь вот сидевшие. Здесь им будет высоко. Гигант Новиков самое то. Вот сюда сейчас я его все и рассажу. Ну и дуги, наверное, еще одену, чем-нибудь прикрою. Все-таки, чтобы не замерзли первую недельку. Ну вот, как-то так. Вот теперь, по-моему, теперь теплица хорошо, как я люблю. А то прям все года душа не лежала. Ну еще песочек здесь подровняю, сделаю красиво. Сейчас после дождей и зимы он весь горбом. Да еще крот любитель был полазить. Все, душа спокойна, можно сажать, привозить на следующие выходные, высаживать все помидоры, а то они у меня уже огромные. Показываю вот этот гигант Новикова, вот такой вот он у меня уже большущий. Сейчас я их буду высаживать, здесь у меня порядка, наверное, 15 штук. Начну высадку. Вот они у меня покуда уже. По пояс. Нормально, да? Да. Подвязываю помидоры. Так как мы подняли теперь это очень высоко, и, честно говоря, неудобно мне доставать. Так очень высоко. Надо табуретку сюда. В прыжке, так сказать, все это делаю.
Подвязывать я, в общем-то, люблю. Но мне еще их полить надо. Полить надо желательно тепленько, все-таки водичкой. И вот я сейчас подвязываюсь, я думаю, я же дуги хотела одеть. Вот как я это теперь буду делать? Теперь все. Дуги я не одену. Поэтому либо они замерзнут, либо не замерзнут. Без вариантов. Плела теплой водой. С золой. Вот она зола. Большие подвязала. Маленькие пока не буду. Чтобы их лишний раз не травмировать. Пойду попробую найти дуги. И что-то придумать еще сверху с утеплением. Потому что боюсь, они замерзнут. Но не получится, значит, что поделать. Будут мерзнуть. Ну, в общем, на сегодня я все. 18 штук я, которые привезла, высадила. Работу я завершила. Поставила, полила их теплой водой. Сейчас поставила дуги. Накрыла пленкой. Там даже оставила дырочку, чтобы все-таки, если что, воздух был. Я думаю, что ничего с ними не будет. В парнике нормально. Не очень холодно и не очень тепло. А под пленкой сейчас и вовсе будет очень даже неплохо. Но хочу сказать, что у меня еще так много помидор. Тут отверстие даже есть. Так много помидор. Куда я их все дену? Ой, не знаю. Это всего лишь один вот такой поддончик. У меня этих поддончиков 3 окна забиты. И что я буду делать, я не знаю. Парник, конечно, будет весь забит помидорами. Это понятно. Еще у меня есть перцы. Перцы, наверное, надо что-то придумывать специально под них. Сюда они явно уже не поместятся. Здесь будут сидеть только помидоры. Высажу я их в следующий выходной. Там у меня остались уже не такие высокие. Самые высокие я привезла. Ну, так что все. Я на сегодня заканчиваю. Еду домой. Теплица моя готова для высадки. Все готово. Даже уже сидят. По сути, вот я так рано первый раз сажаю в парник. Да еще под пленку. Сегодня еще 18 апреля. Так рано я первый раз сажаю. Но с учетом того, что они вот-вот готовы были зацвести, уже бутончики есть. И вполне возможно, что так и будет, если сейчас будет теплая погода. То 120 дней, да, значит, через получается ровно половину, 60 дней у меня должны быть помидоры. 60 дней это 2 месяца. В конце июня должны быть помидоры. Посмотрим. Посмотрим, так ли это будет. Дай бог. Я увижу помидоры еще до фитофторы. Посмотрим, все это увидим, покажу. Но сегодня я довольна. Сегодня довольна, потому что все успели сделать за выходные. Парник готов. И даже я высадила, как хотела, первые помидорчики. Холодно, дождь на улице. А помидорчики у меня уже сидят. Если эти даже погибнут, не приживутся, дай бог бы с ними. У меня еще их столько, что можно каждую неделю столько же высаживать, чем-нибудь все равно останется. Ладно, все. Всем пока.